Блин, ребята, что мне вам сказать-то? Мы только недавно прошли с вами второй сезон. И начинаем уже третий. Ну как? The Walking Dead New Frontier. Семья вроде, новая семья, что такое. Что могу вам сказать? Если ты не видел предыдущие сезоны, смотри обязательно, тебе будет все более понятнее. Что эти игры взаимосвязаны. Ссылочки писали на первый сезон, на второй. Ну, бля, я не знаю, что сказать. Мне просто вот интересно, что будет дальше. Очень интересно. Но с другой стороны, не хочется огорчаться в этой игре. Что, ребята, здравствуйте, приветствую, мы продолжаем. Что? Мы начинаем проходить The Walking Dead A New Frontier. Вот так называется. Третий сезон. Конечно, третий сезон получается. Игры The Walking Dead. Серия игры. Посмотрим сегодня, что за игра. Будет коротенькая серия такая. Может, пролог пройдем, не пролог. Посмотрим, короче. Просто посмотрим, что за игра, в принципе. Как она изменилась. Как ее поменяли, чуть по-другому она выглядит или так же примерно. Но уже могу сказать, она еще более красочнее. Интересно, интересно. Саш, подумай, надевай пледик, писать. Приятного аппетита. Кто кушает пряничи, пледик, пить или пить? Приятного аппетита. Кто кушает пряничи, пледик, пить или пить? А воды, приятного просмотра. Ну, собственно, начинаем. Ох-ох-ох. Ничего себе. Смотри, она выглядит вообще по-другому. Если первые два сезона там была чисто картинка, то здесь уже какой-то даже видеоряд из самой игры. Интересно. Еще. Интересно сделано. Так. Сейчас я быстренько. Аудио-видео. Титров средние. Каспер включить. Музыка, наверное, вот так пусть будет. Это пусть будет вот так вот. Думаю, вот так будет нормально. Игра. Так, ну что, давай посмотрим. Поехали. Я хотел еще... Можно начать как новую историю, можно продолжить историю. Что с мышкой, блядь? Чё, ничего не могу сделать? Не понял нахуй. Прикола. Подожди. Чего в первом сезоне хотишь метод клементина средства липа после того, как сейчас с медом начал хлема вышел йод? Допустим.
Люк стал для нее новым другом, который научил ее ценить. Благодаря своим спутникам Клюма завершил путешествие в... Блин, нужно воссоздать, прикинь. Нужно воссоздать, короче. Но в одиночку. Мы правильно выбрали в одиночку с вами. В одиночку. Нечестно говоря, комп, что выживание зависит от... Речь не становилась, Клем помнит, как остановила на помощь. На все усилия. И другим важно выживать, как бы возможно, она старалась. Давай вот так вот, наверное. Джей однажды спросила, зачем вообще Клем остается с группой? Клем ответила. Выживание в одиночку связано с... Оставаться одной опасно, да. Высшая цель. Во втором сезоне Клементина проявляла хладнокровие и страдания в мире хаоса, жестокость. Но когда во время метели сломалась машина, Клем пришлось принять жестокие решения в отношении Кенни и Джейн. Клем наконец поняла, что в деле защиты... Эджей ей полагаться не на кого. Ну что, ребят, начнем. Ну я, в принципе, примерно то же самое, что он и было, воссоздал. Интересно, почему оно само не воссоздалось. Ну, давай, начнем историю. О, ничего себе, смотри, как, блин. Блин, прикольно здесь сделано. Реально прикольно. Также 5 эпизодов. Чего мышка-то не идет? Блять, что за... Что за хуйня? Почему мышка-то, блядь, до конца не идет? Почему она до конца не идет? Новый рубеж еще от... Так, ну что, новый рубеж, неразрывные узы, часть первая. Ну, погнали посмотрим. Блин, ну, кстати, она поместить кубиком, чтобы логотипы еда были видно. Ну, едва. Ну вот так давай, допустим. Ну, почему-то мышка здесь прям очень херово, да, все. Не до конца. Могу водить мышкой. Блин, ну, кстати, поменяли, много чего поменяли. Чего значение в этой серии игр имеет сделанный выбор? Сюжет развивается в зависимости от действий игрока. Это я помню. Это мы все помним, да? Пора, двигай сюда. Хорошо, я начну собирать вещи. Быстро, Хави, ты должен спешить. Слушай, я тебе мозги не парю, верно? Мне просто... Здесь не было, когда тебе... Ладно, понимаю, но твою мать следовало быть здесь, когда я умирал. Знаю, ясно, но просто я уже еду. Ну, более графониста, да, не спорю, стало. Как будто бы, да? Стало ли ярче? Возможно, да, стало чуть ярче. Hey, David, I had to leave my car. It's traffic just is backed up for miles. He's dead. Ну, бля. No, no, I tried. You're a piece of shit. You know that? One time, just the one goddamn time that you needed to be here.
Подожди. Стройки. Ой, стой, стой. Экран, может, вот это выключить, не знаю. And Javi is nowhere to be fucking found. Что за? Подожди, блять. Подожди, может, я что не так делаю? Ну, допустим, вы все здесь, они здесь уже много дней, а ты где бы наблюдаешь? Мы там все вокруг нас, все, кто его любит, я ему страшно, я вижу в глазах панику, он обыскивает взглядом комнату. На графоне стало, да, более ярче, прям такая насыщенная картинка. Интересно. Я рядом с ним держу его за руку. Хороший сын. Он даже не видит. Он не видит меня, потому что ищет тебя. You don't think there's a million places we'd rather be? You don't think we all had to make sacrifices? He was my dad too. All right? I mean, you're not the only one dealing with this. And what a fine son you turned out to be. Uncle Javi? Why are you fighting? I could hear you from inside. What's going on? Don't worry, Gabe. Ничего, мы просто возимся по-дружески. Just a joke between brothers, you know? Между братьями, да? Your uncle doesn't know how to take anything seriously. Я go inside, запомнил. Mijo, we'll be in a minute. Но графон... Не, графонисти стало намного. Okay. И мимика чуть по-другому уже работает. Более такая проработанная. Интересно. Интересно даже. Блять, что? Почему я не могу ниже-то, ёпта, сделать? Ну понятно, нихуя. I should call someone. Pick up the body. Ну, возьми тело. Yeah. Ага. Подожди, может быть. Так, что с вами? Я люблю тебя, братик. You know that, right? Ты же знаешь, верно? Everything going on. О! Well. Ну, прикольный способ это проявить. Какой-то другой у нас, да? Какой-то главный персонаж и другой у нас. Ты думаешь, я тебе завидовал? Ну, ничего не думал. Что ж, это так. Это длилось долго. Ты заблуждаешься больше, чем я представлял. Но, может быть, из этого выйдет что-то хорошее, потому что ты нужен нам. It's time to grow up. Пора повзрослеть. You can't run from this. Not anymore. You want me around more? Хочешь, чтобы я остался? Fine. Отлично. But goddamn, are you still one reason? You know that. You can call me whatever you want. Знай, как хочешь, главное, чтобы ты здесь. Чтобы ты был здесь. Я мог сказать, что ну, кащи пизду, блядь, не успеваю все равно. Javi. Javi. Kate. Кейт. I'm so sorry, Javi. Ну так жаль, Javi. I'm so sorry. Thank you. Спасибо. Let's go inside. Пойдем внутрь. Your mom needs you. What happened? Ну, видно, что более, видишь, более графониста, да, то есть модельки более графонисты. Окружение тоже более графонисты, и знаешь, такое прям уже более к современным играм, да, наверное, идет. Наверное, идет больше к современным играм. Такая довольно тоже такая, ну, не прям, что пиздец яркая. Они все равно оставили эту, как сказать, нотку вот этого первого и второго сезона, да, она яркая, но иногда серовата такая, то есть не совсем, ну, короче, вы поняли, да, надеюсь. Ну, короче, нотку второго, первого сезона где-то так смешали просто и оставили. Это прикольно. Интересно. Мама.
you? I tried. I'm so sorry. Я пыталась. He's gone, Mijo. He's gone. He's in a better place, mama. Пыталась? Что, блядь? Пыталась? Что, блядь? Надеюсь, это просто, блядь, ошибка нахуй в этом, блядь. Питер, кип... Да, вот у няни, разработчики охуенные. Классные. Прикольно. No puedo conectarme. Dicen que no hay servicio. Бля, как фильм, да? Как фильм. Бля, прикольно, прикольно. You thirsty, baby? Хочешь пить соус? Хочешь сок? Grandpa's cup was empty. Дедушкина чашка пустая. You don't have to fill his cup up anymore, baby. Grandpa is sleeping. No, Yaya. People's awake. Шо? Кого? Да, The Walking Dead — это New Frontier. Но почему-то, видишь, мы начали вообще с какого-то другого персонажа. С главного персонажа какой-то, блин, чел. Чел реально странно, очень странно. Бля, ну как фильм уже, прям как фильм. Ууу, еба. Ну, бля, реально как фильм. Начало как будто как фильма. Бля, классно. Бля, уже прям, вот нравится, уже нравится. Мне прям нравится. Ну, классно, классно. Более мягкая камера, да, как будто какая-то. Ну, короче, прям более мягкое все. Более мягкое. Рафа? Рафа, как так получилось? Solamente está confundido. Mamá. Oh my god. Oh my god. Oh, it's okay. Mama, you're gonna be okay. You'll be okay, mom. Help him. Help him. David. I'm sorry, papa. Ебать. We need to go. We need to get her to the hospital. Let me look at it. Let me look at it. Gabrielle, where's your sister? Где твоя сестра? Keys. Where the fuck are the keys? Take Dad's car. Keys are on the dash. Mama. Get the kids. Meet at the hospital. Don't take the highway. It's blocked. I'll bring the van around. Where's Mari? I don't know. Mija. Mariana! ¿Dónde estás? Mariana, we have to go. Yaya's hurt. Come on, honey. We have to go. No, no, no! Пока, бля, реально... No! Классно сделано, классно. County General Hospital. I know the way. Ёбаный рот. Короче, я так понимаю, у них этого не было, они только-только столкнулись с этим, да? Прям вот только-только. По акценту как будто какая-то Италия, да? Италия, что-то типа такого. Либо Испания, не знаю. Может, Мексика. Может, Мексика, кто его знает. Ебать. Настоящий момент. Tell me when it reaches the campfire.
никогда не видел. Так много, они будем становиться все больше. Не очень хороший знак. Определенно. Damn it! I left my water bottle. Her just got there. Just under 4 hours. Come on, we should keep moving while the kids are asleep. Yeah. Блин, интересно, интересно. Реально интересно. Looks like the herd is speeding up a little. Похоже, стадо немного ускорилось. Я думала, что оно движется на юго-запад, но теперь я не уверена. Я разрываюсь, мы так долго на дороге, это очень утомительно. Они идут. Ничего себе, первого лица. Если мы найдем безопасное место. Попозже разберемся. Как всегда. Hey, я собираю... Ой, бля... Я уверен, что ты нашла. Слушай, да. You really think we should be smoking now? Relax. Даже, видите, даже вот эти выборы, то, что будет говорить главный персонаж, изменили, прикольно сделали. И оно не сразу пропадает, видите, оно остается, типа, выделяется, остается, и потом только так мягко пропадает, так мягко, знаете, пропадает. Вот смотрите. Оп, и пропало, пропало мягко. Интересно, интересно. Осуждаем, осуждаем. I am not changing who I am around them. And when he proposed, I reminded him that I'm not exactly stepmother material. Case in point. He was reassuring, but... Он согласился, но уверена, что он был обеспокоен. Я знаю, он пытался изменить меня. Or at least he'd hoped that being around the kids more would change me, you know? I suppose it did. Если это поможет, думаю, ты прекрасно справляешься. Не глупи, ладно. Я не напрашиваюсь на комплименты. Ну, один ты уже получила. Что теперь? Я часто нелестно отзывался обо всех этих мамашах, которые вечно утверждают, что расти детей — сущий ад. Но Гейб заставляет меня думать, что они были правы. Марианна и я хорошо ладим. Но ее перепад настроения, не знаю. Иногда мне просто хочется оставить ее, его на дороге. Шучу. Jesus, obviously. Тебе лучше не говорить так. Я сказал, что шучу. Это не совсем шутка. Это шутка. Слушай, я люблю этих детей, но я бы могла вполне обойтись без напоминания Гейба о том, что я не его мать, когда он в плохом настроении. Он же подросток, половая зрелость, гормоны. Когда у тебя появляется, все вокруг меркнет. О чем ты говоришь? Это лучше, чем Да что? Давай так чисто. Я не знаю, кто там. Kate. You know we can't do that. Who said I meant with you? What's that smell? That's gross. We're smoking weed, Mariana. Well, at least Kate is. What? It's true. I already know you guys do drugs. That's a pretty severe way of phrasing it, Mariana. Don't tell Gabe. He's the one who told me. Ugh. Oh my god. You're even smoking in the car now? All right. Everyone roll the windows down before you all get contact high.
We're about to make a supply stop. Я взял, чтобы пополнить, взял кнопку, чтобы пополнить запасы. Интересно, интересно. Но пока что мы никак не взаимодействовали так сильно. То есть чисто разговаривали и все. Пока что мы не ходили за главного персонажа, да? Хотя он может не главный, может второстепенный, чи не второстепенный, не знаю. Praying I find a candy bar. All right. What do we actually need? A candy bar. Need, Mariana, not want. Pretty much everything. If it looks useful, let's use it. All right. Well, let's start. Хорошо, давайте начнем с бензина и будем двигаться дальше. Hey, where are you going? Жестко, жестко. Okay, that's cool. Have fun. Oh, Jesus. It never ends with him. I hate when they fight like that. I really hate it. It's like all Gabe wants to do is argue. Doesn't matter what it's about. Well, that makes two of us. But we're stuck with him. Мы с ним застряли, так что... At least you have your headphones. По мере, у тебя есть наушники. Да, но батареи сдохли еще пару недель назад. Я ношу их больше для того, чтобы в вас дурачить. Ты маленькая хитрая. Не то, но это и правда очень много. Это смарт. Это pretty smart. Be nice to find some dinner. In a junkyard. You never know. These past four years, people have been hoarding all kinds of shit in all kinds of places. Oh, and Mari. Да, и Мари, если что-то случится, ты найдешь одну из этих машин. Yeah. Lock yourself in and don't come out. Запрись, не вылезай, даже если все стихнет. Жди как можно дольше. Okay. Good girl. Хорошая девочка. Блять, что? Ну, типа, молодец, она молодец, что понимает. Вопрос один. Где Клем? Где Клем? Я вот настраивал, да, то есть настраивал почти примерно все то, как мы проходили, да, первые два сезона, чтобы поиграть вот за него, чтобы поиграть мне, или что? О, ничего себе, смотри, смотреть можно. Прикольно сделано. Интересно. Так, ходи тут. Мужик, ну ладно. Just rotting bits of old rubber and tires. Да, просто старая гнилая резина и шины. Да, согласен. Most of the dashboard is torn. Может, я теперь не панель вырвана, сиденья пропали, не работают. This thing's dead. Waste oil. Отработано масло из плёнки. Ну, здесь также можно переключаться. Он быстрее ходит? Да. Hey. Получилось? I need a pen. Мне нужна ручка. Or a pencil. Just something to write with. A pen? Ручка. Why are you looking for that?
There's just something I really want. Просто мне кое-что очень нужно сделать, и для этого мне нужна ручка. And I need a pen for it. Last night I was thinking about this stupid story my mom used to tell me all the time before bed. Обычно сказала мне перед сном. Я всегда не любила, но потом я поняла, что я не... But then I realized... Помню, конец был глупым. Она считала его забавным, я всегда думала, что это очень глупо. Я хочу записать все, что я помню обо всем. Потому что если я забуду, и это пропадет, то я вроде как тоже пропаду. По крайней мере, чуть-чуть. Мы сюда за припасами. Давай, малыш, ты знаешь, что делать. Хорошо. Минутку. Так, ладно, let's go туда. Ну, что могу сказать, красивее стало. Более приятнее даже, как будто бы. По-другому, конечно, все сделано, не спорю, здесь по-другому. Хотя это вроде значки из второго сезона, как я знаю. Но по-другому, видите, сделано. Нет, это кружка вот этого. Есть просто вот такая тема. То есть значки уже чисто. Прикольно сделано, прикольно. Oh, that's gross. Ну и мерзость. Okay. Now I'm sorry. Ладно, теперь раз же о том, что сделал. Почему? Так, подожди. Здесь больше ничего? Опа. Нормально. Жестко. Можно перелить? Ах, не так много, но любому мало спрелиться. But every bit helps. Так. That could hold a lot of gas. Здесь может быть много really handy if we stay for a while. Мы остались нет. Было бы, кстати, если мы остались ненадолго. Угу. Так, там что? Баллон. Сетилен. Handy for welding. Хорош для сварки. Not much else. Come to Papa. Едва ли тут что-то есть. Должен идти еще. Понимаю. Ugh, I don't think these tires would fit the van. Конечно, не пойдут еще. Слишком большие. Сейчас с ним побазарим. What's going on in there, buddy? Что происходит, приятель? I'm in a bad mood, okay? Я просто, у меня плохое настроение, ясно? Away, я хочу, чтобы оно прошло, но оно не проходит. I just wish we weren't always on the road. I like being просто не хочется people. Все время быть в дороге. Мне нравится быть just... что. We're in that car so damn long. The AC hasn't worked in ages. And then it ain't my last damn tape. We still got each other. Мы по-прежнему есть друг у друга. Это лучше, чем ничего, верно? I don't know. Не знаю, можно может просто оставить меня в покое. Okay. Ладно. But if you want to talk later, поговорить, я around. Понятно. Ну ладно. Dead Inside получается, чи не Dead Inside. Ну ладно. Главное, чтобы он какой-нибудь херни не натворил бы. Bingo. Ясно. Баги. Баги. Нормальная тема. Nothing up there but garbage. Ничего нет, кроме мусора. Tires, paint cans, краска и старая газета. Newspaper. All that's left in this junkyard is. Это мусор. Junk. Это газель? Что это газель? Нормально. Some sort of fuel tank. Можно топливный бак.
Так, ладно. Да, посмотрим. Не искать слишком рискованно. Ну ладно, погнали туда. Looks like there's more to see up here. Что-то, есть что-то на что посмотреть. Да, поднимусь. Any luck? Получилось? Some. Немного. Not enough. Не хватит. Gabe? Hey, Gabe. Let's go take a look over there. Gabe, stay close to Javi. Got it? Oh, all right. Интересно. Он говорил, что будет короткая серия, в итоге 40 минут фигачим. 40 минут, ёп. Hey, look. There's one they never took to pieces. Good catch. Locked. All right. Here goes nothing. Fuck yeah. Интересно. Look at all that fuel. This is gonna take a while. Ну давай смотрим, ладно, что тут и как. Shit. Looks like it came from in there. Может, оттуда. Gabe, stay close. Гейб, не отходи от меня. Ля, это что, девятка? Смотри. Это что, девятка, что? Очень похоже, кстати. Очень похоже. Ransacked a long time ago. Might be able to get in through the hatch. Locked. Заперто. Конечно, давай. Not gonna be able to pry this open. Damn it. Gabe, come check this out. Yeah, подвигайся, подойди-ка, посмотри. Ух, еба. Тут не особо чисто. Oh, no muertos, наконец-то не муэртос, что? Ну типа не мусор. Ну будь осторожен. Так, ну давай быстренько с тобой смотрим. Такие ключевые, да? Думаю, момент. Батарейки. Are you kidding me? Lucky for you,
часть для тебя. Только ты консервируешь, можно хранить сотни лет. 40 еды, что нам на несколько недель хватит. Check it out. This is actual, honest to God, pudding. Seriously? Серьезно? It's not just food. Это не только еда. There's a mattress. Есть матрас, одеяло. Someone else's mattress. Чей-то матрас и чьи-то одеяло. We need to just take our gas and get on the road. This place does have a funny feeling about it. And if Muertos were somehow around us, great. Окружат. Отлично, теперь я просто в ужасе. Ладно, тебе одну ночь. Ляжем нормально, поедим настоящей еды. Было бы приятно для разнообразия переночевать не в фургоне. Мы усилены, все будет хорошо. Мы все, мы же все это нашли. Не бросать же. Мы можем стретч аут, спать хорошо once? Come on, you know it's not a big deal. We're gonna get what we came for. То, зачем пришли, и валим отсюда. Отлично. Еще берем на ночь в грёбаном тесном фургоне. Ну ладно, давай хотя бы хавка затаримся. Oh, guess what? Now, you can really drown us out. Thanks for that. Вот за это спасибо. Поддерживать меня, что такое. Ну, быть плохим парнем. It must be a new sensation for you. Опять спать в фургоне. Могу только сказать, ты у меня в долгу. Ну, ты уже раз 12 у меня в долгу, так что просто пишу с твоего счета. Можно помочь? Эй, погоди-ка, но... Thanks. Grab some gas. We need to head out soon. Нам скоро надо выходить. What the fuck you think you're doing with our gas? С нашим бензином? Go on, speak up. I'm sorry, man. Чувак, наконец-то нам было очень нужно. We needed it really bad. I fucking knew it. There's more than just you out here. You ain't the loner type. Не похож на одиночку, это точно. I know you got people. Look, don't worry about them. They took off and then they're not coming back. Just up and left you, huh? Fan out and look for the others. Lonnie, you're with me. Hey, you assholes in there. I got your boy. You don't want him getting shot, you best come out there careful with your hands up. Gosh. Go on, you first. Давай, ты первый. You get ambushed by your own people. That shit's gonna make my day. Open it real slowly. Like you and your friends had a real feast, huh? You can't just take what you like.
Слушай, послушай меня, я достану вам продуктов. Я могу всего отнести. You're starving. Who the fuck is it? At the end of your rope, thought you hit pay dirt. Honest mistake. But I got this sneaky fucking feeling that you're full of shit. I ain't gonna let it be like the last time some assholes rolled on us. Keep an eye on this dickhead. I'm gonna grab some cuffs. You got it. Just chill, okay? No need to make this any harder. Look, your buddy's not thinking straight. So let's talk. Давай поговорим, okay, you and me, we can get this sorted out. No, it's his call. Это ему решать. Look, man, this doesn't have to go. What the fuck was that noise? What you got hiding under there, boy? If you know something, you better spill it. You don't want me finding out for myself. Come on, man, what else? They're muertos down there. There were a bunch of them outside, too. The dead, huh? Well, then, we better take care of that, shouldn't we? На нахуй. Guys, get the fuck in here! Это все, что, блядь. Holy shit! Да зачем выбросил? You have to pay for what you done. Вайо придется расплатиться. Wait, don't! Зачем выбросил, блядь, пистолет? Пистолет зачем было выбрасывать? Непонятно. Ну ладно. Вопрос, где Клем? Где Клем? Что это вообще? Пока вообще ничего не понятно. Оставим это на следующую серию, давай. Типа за просмотр такая серика была. Смотрим, зайдет вам, не зайдет игра. Ну, ему зайдет вам игра. Вот. Спасибо за просмотр. Ставь лайк, подписывайся на канал, тебе не сложно, мне приятно, спасибо за ранее, кто это делает. В принципе, все. Спасибо еще раз за просмотр. Увидимся в следующих сериях. Давайте.